Сиреневая аллея в Видном. Наш мобильный репортер Ирина Алексеева прислала видео с высадки кустов сирени в жилом комплексе «Видный». Работники Московского коксогазового завода выступили с инициативой благоустройства и озеленения ближайшего к заводу микрорайона. Заводчане вместе с представителями администрации Ленинского района и активистами Всероссийского общества охраны природы посадили более 40 шестилетних саженцев сирени. Уже в следующем году кусты покроются цветами. Высаженная сирень нескольких видов и будет радовать жителей своим разноцветием.